Ну что, всем привет. Утро, деревня, наш запорожец, будем называть его монстр. Топил печь, в доме будет тепло, после ремонта надо будет погреться. Так, что я по итогу сделал? Карбюратор сделал, теперь заслонка работает. Просверлил, вставил саморез, тяга, в общем, работает. Поменял манжеты, уплотнители, здесь цилиндр сцепления. Манжету оставил старую, она была в хорошем состоянии, плотно ходила. Поменял только уплотнитель, который отсюда тек. Уплотнитель поставил от классики, немного его доработав. Покажу попозже, там видео на телефоне есть. Также поменял все уплотнители на главном цилиндре тормозов. В общем, все уплотнители от классики поставил, все перебрал, все промыл. Надеюсь, будет работать. Сейчас все это приступаем, все ставим по-быстрому. Попробуем завести этот. Сейчас все это поставим, посмотрим, будет ли у нас утечка тормозухи или нет. В прошлом видео вы видели, сцепление у нас пропало. Хотя я доехал до дома после покупки, но оно все сюда вот вытекло. Сейчас все будем ставить. Купил новый бачок, крышка, новый шланг. Сейчас все соберу. Хомуты большие, пришлось намотать изоленты, чтобы было плотнее. Так, в общем, все собрал, здесь соединил два болта, хомуты, тормозов вот здесь стоит. Педаль мягкая, походу придется прокачивать. В общем, сцепления нет, рабочий цилиндр не шевелится, придется прокачивать. Сейчас снимаю колесо, чтобы туда добраться, к цилиндру. Я уже его смазал. Вот он, рабочий цилиндр. Вот он. Вот эту штуцер надо открутить. И, в принципе, прокачаем сейчас. Так, на сколько там ключ-то, блин? На 8, что ли? Сейчас попробую. Так, карбюратор я установил, сейчас свечки поменяем, все подключил, все провода, тягу сделал, снял старые свечи, новые провода поставил, силиконовые, старые вообще, походу были пробиты и все дубовые, это у меня провода от девятки валялись, поставил новые провода. Здесь контакты почистил. Надо еще пройтись, надо посмотреть, потому что везде контакты в плохом состоянии. Но это я потом разберусь.
бензин подкачал. Заслонка работает. Свечные провода поменял, свечи новую поставил, и она сразу завелась. В прошлом видео я хотел ее завести, она чих-пых, чих-пых по ходу провода. Ну, были в плохом состоянии, и тяга по ходу не работала. Сейчас вот с полпенька сразу завелась. Пожалуйста. Вот что значит новые свечи и провода. По сцеплению что? Сцепление работает? Пока вот так вот закрепил. Сцепление работает, но до конца не выжимает. Надо еще прокачать, потому что жидкость выходит черная. Походу система промывается. Поставил тормозной цилиндр. Поставил новые шланги, новые хомуты. Все подтянул. А по итогу что? Шток забыл в гараже, где делал этот. Сейчас хотел прокачать тормоза, но этот шток забыл, который здесь давит, блин. Теперь не знаю, придется уже завтра. Я вот тормозуху залил, вроде все нормально. Жидкость не бежит, отсюда не бежит, отсюда не бежит. Какая здесь тормозуха потекла, вот она, грязная. Походу, когда новую заливал, она и промыла всю эту систему, трубку. А вот, вон, видите, штуцер. Вон сам штуцер. Ну ладно, главное, сейчас я рад, что у меня двигатель запускается с полоборота. Не надо здесь стоять по 10 минут. По итогу сейчас все убираю, ставлю колесо и пробуем здесь вперед-назад.
сцепление появилось. Правда, она в самом конце опускаешь, в самом конце начала схватывать. Сейчас в чем проблема? Зацепа нету, вот видите. По итогу что? Сделал сегодня сцепление. По тормозам тоже главный цилиндр я перебрал. Уплотнители стоят новые. Все подходит от классики. Забыл шток. Шток забыл. Там такой шток, в общем. Шток забыл. Ладно, этот шток я завтра поставлю. Завтра буду разбираться с тормозами. Сниму колесо, сниму барабан. Посмотрю, в каком состоянии цилиндры. Также надо снять бак. Слить этот старый бензин 10-летний. И залить свежий. Также поменять трубки. Вот они снизу идут. Поставить фильтр. Все, приехали, бензин кончился. Дальше машина не едет. Буксует и все. Придется завтра бензин еще привезти. Вон, остатки все. В общем, решил снять колеса. Повезу завтра их на шинку. И завтра уже поставлю зимнюю резину сзади. Я, конечно, понимаю, типа вы говорите, можно на них ездить. Да, можно, но видите, она уже все равно лысая и, так сказать, дубовая. Вот видите, лысая. На ней, конечно, можно передвигаться, но лучше поставить зимнюю. Еле как открутил. Ладно, ВД-шка была. До того все прикипело. Чуть ключ не сломал. Такое ощущение, как будто это колесо лет 50 не снимали. Даже здесь вот внутри ржавчина. Пускай все постоит, отмочится. Я уж думал, шпильки сорву. Но нет, потихоньку открутилось. У меня баллонника нет, я вот таким крутил на 17. Вот эту резину поставлю, она хоть как-то. Хоть местами есть шипы. И еще одно есть колесо такое.
Вот там она лежит. Перекину и будет нормально. В общем, по итогу все. Завтра ставим зимние колеса, делаем тормоза. На сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.